Помашите ручку, вы девочки. Помашите ручку. Дядя. Ты еще спрашиваешь. Всегда с тобой было. Ладно, везде успевалось. По-моему, ребят, еще из-за закуски пошли. Все. Девочки, вино. Можно водки? Чего мне взяли? А, меня взяли, да. Меня уже взяли. Сразу идут алкоголь, разыграем. Грамм больше, грамм меньше. Я уточнил, что... Чего ты голос назвал? Точно. Был в повязке.
Стоп, говорю, пацаны, я был вчера не в повязке, был в кепке. Раз. Кепки у тебя не было, она была у меня. Это два. Спрашиваю, камуфлированный? Нет, думаю, точно не я. А меня Ворошилов спрашивает, говорит, капитан командует. Скажите, кто там ночью приходит, свистит, сбивает песни, потом вызывается, ложится на кровать, на кушетке? Это ваш отпуск, как вы думаете? Точно не я! Я не хочу! Он встал ни разу! Утром просыпались, на кого нет? У них там. У нас! Записка, все ушли на футбол! И мы, сволочи, хоть бы разбудили, что ли? Да. Помню, с утра вроде бы умывался два раза. Себя? Первый раз вроде с Николаевичем. Николаевич прикалывал. Ну как? Я хорошо. Второй раз уже там, на зеркало позвонил, точно хорошо. А я вышел от него, закрыл дверь, а потом не осенил, там же Миша лежит. Пошел дыму закрыл. Вот так. Да, мы сделали проект, принимаем. Да, мы все. Если к ним еще добавить терпетители, когда вы готовились, у вас у всех было 20 мечты. И вот я хотел бы, чтобы сейчас мы сделали такой комбинированный пост. Вот кому что запомнилось за эти последние дни, какое впечатление вот больше всего произвело. Одно слово. Одна за женщина. Нет, следующее. Команда что понравилось вообще? Что впечатлило? Команда, да, отлично.